Добрый день, дорогие друзья! Сегодня четверг, и с вами снова я, Смирнова Мария Валентиновна, логопед, дефектолог, нейропсихолог. Вот немножко я от вас тут забаррикадировалась башнями, которые, скажу честно, мне очень понравились, потому что они, во-первых, они очень хорошо пахнут, потому что они сделаны из настоящего дерева. Что, на мой взгляд, очень ценно при выборе игрушки или игры для ребенка. Лучше выбирать так, чтобы материал был максимально приближен к жизни. Лучше, чтобы мне кажется, что они долговременные, долгосрочные, надежные, прочные. Поэтому лучше один раз приобрести и потом играть, а потом можно подарить. Но начну я, пожалуй, с того, что мне показалось по возрасту, самого раннего возраста подходящим. Это с одной из башенок, которые вы видите в середине. Ну, разбаррикадируюсь все-таки я, чтобы не возникла никакой путаницы в головах. Сейчас отставим право и влево. И передо мной вот эта башня, которая называется «Попробуй устоять». Попробуй устоять. Попробуй устоять. В этой башне большое количество, как сейчас принято называть, плашек, ну или вот таких брусочков разного, очень приятного, на мой взгляд, цвета, разных приятных цветов. Цвета эти детям хорошо известны и понятны, ну, конечно, тем, которые уже цвета знают, а тот, кто не знает, нужно показать на палитре, как получаются цвета, их розовый, или оранжевый, или фиолетового здесь нет. Итак, цветов у нас несколько: розовый, оранжевый, красный, зеленый, голубой и, похоже, что все желтое еще. И играем мы в эту башню, конечно же, так, как кому захочется, я бы так сказала. Ну а согласно правилам, играем мы следующим образом. Кидаем кубик. На кубике сверху нарисован какой-то символ и определенный цвет. Это значит, что мы знаем эту игру, она достаточно традиционная, но тем не менее вот в этом исполнении весьма милая. Зеленая звездочка – это значит, что игрок должен вытащить из башни, из любого этажа этой башни, зеленую плашку. Ну, наверное, вот так вот я сейчас вытащу и должна ее положить наверх. Я думаю, что меня уже многие могут упрекнуть в том, что я привязываю все игры к развитию речи. И, конечно же, эта игра тоже нам нужна для развития связной речи, для развития зрительно-моторной координации, внимания. Еще сказать. Я вытаскиваю дощечку или плашку, или брусочек зеленого цвета. Кидаем дальше, и у нас цвет оранжевый. Значит, нужно где-то из середины, а может быть с краю, вытащить уже цвет оранжевый и положить сверху. Конечно же, целесообразно попросить ребенка сказать: «Я вытаскиваю или достаю из башни брусок оранжевого цвета», ну, как я это сделала, «из середины», или сказать «снизу» или «сверху», и кладу на самый верх. Согласитесь, что мы никогда не играем молча, мы всегда играем так, чтобы еще и проговорить. Ну, а сама по себе игра, конечно же, веселая, потому что если детей много или участников много, то весьма и весьма непросто сделать так, чтобы эта башня не развалилась. Ну, а тот, кто развалит, тот проиграл. Но в наших играх, как мы знаем, проигравших нет. Есть все замечательные участники, которые большим удовольствием играют в эти игры. И, конечно же,
получают призы вне зависимости от результата. А еще из этих плашек мы с вами можем сделать всеми любимую вот такую вот дорожку или заборчик. И, как мы помним, все, наверное, в детстве этим увлекались. Я знаю одного молодого человека, уже взрослый на сегодняшний момент, который выставлял вот из таких брусочков, тогда это были брусочки домино, многометровые такие дорожки. Ему было интересно, сейчас я покажу, что сделать, да, толкнуть таким образом, чтобы все они упали. Чем хорошо это упражнение? Оно хорошо тем, что, конечно же, ребенку нужно поставить на торец брусочка так, чтобы не упало на определенном расстоянии. Если поставить на достаточно большом расстоянии, то может упасть, а может, собственно, и не упасть. То есть расстояние тоже должно быть соблюдено. Это глазомер, это зрительная концентрация и, конечно же, умение оценить расстояние, что очень важно в раннем возрасте, да и не только в раннем возрасте. Мы с вами знаем, да, очень важно оценить расстояние, когда ты едешь на автомобиле, для того, чтобы вписаться туда, куда нужно. И я думаю, что очень многие обращали внимание на то, что сидящий за рулем автомобилист не всегда может вписаться в то расстояние между там чем-то, между машинами. И мне всегда бывает странно немножко и смешно. Мне все время хочется спросить, а в детстве в машинке-то играли или вот строили такие заборы или такие дорожки для того, чтобы можно было оценить вот это расстояние, в которое нужно войти или вписаться. Вот для этого в том числе эта игра и нужна. Называется она у нас «Попробую устоять». Она ориентирована на возраст 3+, ну, я думаю, что можно начинать и пораньше. И во всяком случае, мы с ребятами очень любим строить вот такие домики, да, когда мы говорим. Они, конечно, могут строиться из спичек, из карандашей, из чего угодно, но мне кажется, что вот эти жизнерадостные брусочки, они очень даже хорошо для такого высокого домика и подойдут. А если учесть, что этих брусочков у нас много, то домик может быть совершенно необыкновенной высоты. И когда мы строим этот дом, мы говорим, ну, относительно ребенка, я поставлю поближе или подальше. Я поставлю с правой стороны брусочек или с левой стороны. Мы, еще раз подчеркну, никогда не молчим, проговариваем все, что возможно проговорить, для того, чтобы у ребенка был максимально обогащенный словарь пассивный и красивый словарь активный, конечно же. Я сейчас уберу эту башню, надеюсь, она не развалится, и поставлю перед вами башню, которая мне очень понравилась, потому что эта башня – ничто иное, как развитие элементарных математических представлений. Называется эта башня «Цифровая крепость». На ней тоже, на этой башне, есть маркировка 3+. Но в данном случае, наверное, мы будем говорить о том, что раньше 3 лет смысла, наверное, нет играть в эту игру, потому что все-таки она достаточно сложна для детей более младших. А для детей постарше мы можем придумать различные варианты игры с этой башней. Сначала мы, конечно же, выставляем эту башню так, как показано вот здесь, соблюдая очередность 1, 2, 3 и так далее. Ну, мы можем сделать это и как снизу вверх, или так, как здесь сделано, сверху вниз. Как уже договоритесь, в определенном порядке или безо всякого порядка. Для детей более младших, конечно, порядок лучше соблюсти, потому что мы таким образом повторяем и порядковый счет. От 1, по-моему, до 54, потому что, по-моему, 18 этих. Нет, 18 не может, 54 этих брусочка. Мы их выстраиваем, да? Ну, когда я увидела эту башню, цифровую крепость, она еще
насколько мне известно, только поступает уже в продажу, только вот буквально в эти несколько дней. Я вам честно скажу, я очень обрадовалась. Почему? Даже больше обрадовалась, чем вот этим вот замечательным, разнообразным, жизнерадостным пластиночком, брусочком. Почему? Потому что, давайте сделаем вот таким вот образом. Ребенок только учит циферки. Мы можем кинуть один кубик, и выброшена циферка 5, да? Или число 5. Нужно найти и вытащить такие брусочки, где есть 5. Ну, давайте посмотрим. Допустим, это 5, собственно, брусочек с цифрой 5, и положить его, конечно же, наверх, да? Можно достать брусочек с числом 25, потому что пятерка там тоже есть. С числом 15 мы достаем брусочек, да? Таким вот образом достаем и тоже кладем наверх. Мы, конечно, можем достать брусочек с числом 35, 45, 55 нет, 54 заканчивается, да? Вот такой вот вариант, да? Один кубик бросаем. Бросаем два кубика тогда, когда хотим произвести элементарные математические представления. Элементарную математику, да? Арифметику. Бросаем два кубика. 5 и 2. Ну, договориться можно о чем угодно, но в данном случае я бы сделала так. 5 плюс 2 будет 7. Давай достанем брусочек с числом, циферкой 7, так чтобы не развалилось, конечно же, и положим его сверху. А другой игрок скажет, нет, я не хочу, я хочу 5 от 5 отнять 2, и будет 3. И я хочу достать плашечку или брусочек с цифрой или с числом 3. Главное, чтобы тоже не развалилось. Да? А третий скажет, нет, ну тот, кто, конечно же, умеет так делать, нет, скажет, я хочу 5 умножить на 2. И получится 10. А где у нас 10? Куда-то уже тут убежало 10. Получится у меня достать или нет? Посмотрим. Так, чтобы тоже ничего не развалилось. Да? 10. Ну что, как называется? 10. И положим вот сюда. Да? И у нас что получается? Ну, если 2 умножить на 5, то будет те же 10. Очень даже хорошо. А если мы с вами играем или занимаемся с детками постарше, со школьниками, то мы можем бросить сразу 3 кубика. И что у нас получается? 6. 5 здесь нет, 9 здесь только 6, потому что на кубиках только до 16, да, циферки. 6, 5 и 4. Ну, давайте смотреть. Сложение 6 и 5. 11 и 4, 15. Достаем 15. Другой скажет, нет, я хочу 6 минус 5, будет 1, и прибавить 4, будет 5. Достану 5. Извините, увлеклась. Ну, ничего страшного. Да. Третий скажет, нет, умножу 6 на 5, будет 30, и отниму 4, и будет 26, и тоже будет прав. И тоже достанет тот брусочек, который ему захочется. Ну, мне, например, очень понравилось. Сегодня с мальчиком и девочкой будем играть в эту игру. Эти ребята уже школьники. Не помешает еще разочек потренироваться в устном счете и повторить с одним из мальчиков таблицу умножения. Ну и заодно и деление повторить. Да? Согласитесь, кто как захочет. По карману, по необходимости, по целесообразности для вас, для работы или для игры с собственными детьми. Ну, а выбор, как вы видите, слава богу, большой у нас на сегодняшний момент.
Итак, это называется цифровая крепость. Ну, наверное, от 3 и до начала средней школы, то есть в начальной школе можем играть в эту игру. Вот, 3 кубика. То, что немножко развалилось у меня, ну ничего страшного, видите, очень мне понравилось, поэтому пришлось махать руками и, соответственно, все развалить. Идея та же самая, но немножечко это все дело кто-то додумал, придумал, еще более интересно. Называется «Башня челлендж». 3 года с плюсом, и посмотрим, что же здесь у нас такое. А здесь у нас следующее. На каждом брусочке, на каждой плашке дана какая-то инструкция. Если ребенок не умеет читать, а 3-летние дети, как правило, это делать не умеют и правильно делают, им не до этого, в общем-то, прочитает взрослый. А тот, кто умеет, уже дети постарше, тот прочитает сам и скажет, ну, например, извините, давайте достанем как-нибудь отсюда, да? Чтобы уж соблюсти правила. Угу. Сымитирую крутящую обруч гимнастку. Вот хорошая мысль. Но я это делать не буду, потому что у меня, во-первых, обруча нет, а гимнасткой я была уже очень давно, хотя была и обруч крутила. Но, тем не менее, положу сверху, достану что-нибудь еще, может быть, более приближенное к сегодняшнему моему состоянию жизненному. Угу. Назови фамилии всех участников игры. Хорошая мысль, дорогие друзья. Очень многие дети, даже те, кто в этом году собирается пойти в школу, не знают, ну, фамилии знают, имя, фамилию знают, не знают отчества. Не знают имена, отчества и фамилии своих бабушек и дедушек, мам и пап. Я прошу на это обратить внимание, потому что ребенок, поступающий в школу, это точно должен знать. Ну и тот ребенок, который в школу не поступает, ребенок дошкольник, имя, отчество и фамилию должны знать обязательно. А также год, месяц, день своего рождения. Сколько лет было, сколько лет будет. В следующем году все это мы, конечно же, должны знать. Прекрасный повод – это игра для того, чтобы все повторить. Давайте посмотрим, может, еще что-то будет более интересное. Сейчас посмотрим. Угу. Изобрази несущую яйцо курицу. Не знаю, как это будет выглядеть. У всех фантазия, наверное, своя. Мне будет изобразить трудно, хотя можно, конечно, и постараться. Хорошо, давайте посмотрим что-нибудь еще. Видите, какие разнообразные задания, фантазия у выдумщиков, те, которые придумали эту игру, весьма и весьма. Залезь на стул и прокукарекай. Ну, видимо, как снесешь яйцо, так и прокукарекаешь. Тоже хорошо. Очень даже, видите, забавные такие задания. Давайте очень интересно посмотрим. Угу. Назови имена всех участников, это легче. У нас тут еще отвалилось. Угу. Изобрази привидение. Ну, получится, если сильно захотеть, да? Угу. Дотронься до большого пальца ноги обеими руками. Можно. Понятно, что это такое. Как это мы сделаем? Получается. Расскажи о себе. Ну, не буду занимать эфирное время, хотя еще раз напомню, что моя основная профессия – логопед-дефектолог и дополнительное образование – нейропсихология. И, как вы, наверное, уже поняли, о чем я могу говорить сутками – это логопедия, своя любимой профессии. И, наверное, на сегодняшний момент этого вполне достаточно, да, вот для этого брусочка. Посмотрим еще. Какие планеты ты знаешь? Надо признать, что на сегодняшний момент ребятки, даже 4-летние, очень даже хорошо интересуются космосом и могут назвать все планеты Солнечной системы, что меня очень радует. Давайте посмотрим еще, видите, как разыгралось-то. Как мне нравится эта игра-то эта. Необыкновенно. Я просто сегодня только ее увидела, она только-только приехала откуда-то. Расскажи или прочитай стихотворение. Отлично.
Под кустами у реки жили майские жуки. Дочка, сын, отец и мать. Ты их сможешь посчитать? Не все могут, а я вас прошу посчитать. Ну что ж, понравилась игра, да? Особенно не удалось мне снести яйцо и прокукарекать, но тем не менее, видите, стихотворение я все-таки вам прочитала. Итак, это называется «Башня челлендж». Я думаю, что эта игра, особенно для взрослой компании, будет хороша. Хороша она будет для детской компании. И хорошая игра. Если меня спросить, что мне понравилось больше из этих трех башен, я даже не знаю. Наверное, все. А нельзя ли бы вот все это в одно объединить, потому что места уже нет для того, чтобы складировать все эти игрушки, вот раскрасить бы в разные цвета, написать, а по бокам написать цифры. Совсем было бы хорошо. Но так нельзя. Ну что ж, иначе зачем бы тогда все, да? Ну, а сейчас посмотрите, пожалуйста. Мы, как всегда, находимся в своей стихии, обезьянке. Обратите внимание на обезьянок двух видов и разных цветов. Ну, наверное, было бы странно, если бы сейчас, выставляя этих обезьянок, я не предложил бы вам их посчитать общее количество и разделить поровну или на такое количество участников, которые у нас есть, этих обезьянок. Почему я каждый раз неустанно говорю о таких словах, как поровну, одинаковое количество, столько же? Потому что эти слова, имеющие математическое значение, не всегда понимаются детьми даже в начальной школе. Для того, чтобы этого не произошло, нужно в процессе игры эти слова говорить для того, чтобы ребенок к моменту поступления в школу мог понять, что это значит. В одном ящике лежало 3 килограмма апельсинов, а в другом столько же. Подчас это вызывает очень серьезный вопрос. Ребенок не понимает, сколько. И спрашивает, а сколько? Ну вот столько же, сколько. Вот мы с вами и начинаем играть в этих обезьянок. А поскольку маркировка на коробке стоит 3+, вот с этого возраста, а я бы начала бы чуть раньше, говорить поровну, столько же, одинаковое количество, на один больше, на один меньше. Об этом, обо всем мы с вами будем говорить в марафоне по обучению математике, элементарным математическим представлениям. Это будет все чуть-чуть позже, не сегодня. Ну, а посмотрите, пожалуйста, внимательно на обезьянок. Они двух видов. Одна обезьянка. Один вид обезьянок, та, которая расставила ноги и подняла вверх передние лапы, задние лапы и передние лапы, вверх передние, и на задних лапах обезьянка стоит. А вот эти обезьянки, они расставили передние лапы в стороны. В чем смысл этой игры? Отчасти это балансир, конечно же, балансир. Ну, еще игра, конечно же, на зрительно-моторную координацию. Почему? Потому что нужно этих обезьянок поставить одну на другую. Причем, я бы хотела обратить ваше внимание на то, кто, если кому-то это все понравится, и приобретет, тут небольшая есть ошибка на коробке, потому что инструкция следующая. Представлены обезьянки двух видов, каждый из которых может взаимодействовать только с себе подобными. Но не наоборот. Вот ошибка в этом и заключается. Наоборот, как раз обезьянки взаимодействуют с обезьянкой другого вида. Обезьянка, которая подняла вверх лапки, и вот это они должны стать друг на друга, а не вот таким вот образом. То есть вот так не получается, и это будет неправильно. Значит, мы вот так их выставляем друг на друга, этих обезьянок, и нужно сделать максимально высокую вот эту конструкцию. Тот, кто сможет поставить максимальное количество обезьянок друг на друга, должен положить еще вот такой брусочек
О, видите? Ну, не зря я все-таки тренируюсь. Но я не достигла еще тех успехов, которых могла бы достичь. Чего не достигла? Ну, надеюсь, что это получится все у вас, потому что мы играем так. Мы делим обезьянок на количество участников. Ну, наверное, все-таки здесь лучше, чтобы было не больше трех, потому что получится маленькое количество обезьянок. Ну, а для деток поменьше, наверное, не должно быть как раз обезьянок этих много, чтобы не постигла ребенка неудача. Мы выставляем и просим ребенка, конечно же, посчитать, сказать, какая обезьянка находится вверху, внизу. Давайте попробуем еще сейчас понаставить. Сейчас, может быть, будет более удачный вариант какой-то. Так, так не получается у нас. Угу. Смотрим. Так, нет. Так вот. Где еще я поиграю? Только здесь могу поиграть. Да. Угу. Так вот. Вот. Видите, какая красота. Сколько получилось обезьянок, считаем. Обязательно считаем. Одна обезьяна, две обезьяны, три обезьяны, четыре обезьяны, пять обезьян, шесть обезьян, семь обезьян. И да, возможно, а может быть и невозможно. Вот, может быть вот так вот как-то. Ну, вряд ли уже это получится, но все-таки, наверное, попробовать-то надо. Почему бы и нет? Нет. Нет. Ничего страшного. Как известно, дорогу осилит идущий, высокую башню осилит играющий. А у нас с вами обезьянки, которые тоже сделаны из дерева. Ну-ка посмотрим у них тут. Ага, смотрите, вот эти, которые лапы вверх подняли, более жизнерадостные. А вот эти какую-то тут она гримасу скорчила. Почему-то, не знаю почему. Ну, наверное, что-то тут ей не понравилось, этой обезьяне. Для чего нужна эта игра? Ну, конечно, да, для развития речи, конечно, да. Ну, конечно же, она нужна для развития зрительно-моторной координации, концентрации зрительного внимания, для развития мелкой, конечно же, и крупной моторики, потому что задействованы не только мелкие, да, вот эти вот движения нам нужны рук, для развития равновесия, для того, чтобы ребенок понимал, как все-таки сделать так, чтобы ничего не развалилось, чтобы мог оценить, да, насколько все эти животные смогут стоять друг на друге и не упасть. Но из балансиров я считаю, что это хороший вариант. Мы с вами знаем достаточно много уже балансиров. Помните мышки, которые я показывала перед Новым годом? Они пластмассовые, а это деревянные обезьянки. Покрупнее, а это значит, что ребенку помладше будет с ними, попроще играть. И, на мой взгляд, сколько у нас тут цветов? Синий, зеленый, оранжевый, коричневый. Тоже очень даже хорошо. Можем их поставить и парами, и друг за другом, и по кругу, и тройками, и четверками. То есть все возможные игры, которые только можно придумать, с этими обезьянками, я думаю, что проходят. Ну, а потом посмотрите, пожалуйста, можно сделать таким вот образом. Поставить их друг за другом и попробовать прокатить мячик под лапками этих обезьянок. Да, вот. Покатиться вот таким вот образом. Или какую-то палочку, как я сейчас это пытаюсь сделать. Наверное, мячик, потому что палочку приходится подталкивать. То есть, почему я всегда говорю о вариативности игр? Не обязательно иметь 100 игр. Можно, в конце концов, иметь 10, да? Но играть с ними таким образом, чтобы шло полноценное развитие и моторики, и памяти, и внимания, и мышления, и логики. То есть мы максимально приспосабливаем игру для всех вариантов. Думайте, вам ребята, конечно же, подскажут, потому что подчас дети бывают более находчивыми, чем взрослые. Ну, а тот, кто
играет со своим ребенком достаточно давно и долго, то, видя игру, не хуже любого педагога, конечно, прекрасно понимает, как эту игру можно использовать. И я бы хотела вот что сказать. Когда вы приобретаете какую-то игру, вы поиграли, уберите ее ненадолго, на недельку, на две, на месяц, а потом опять достаньте, для того, чтобы ребенок мог соскучиться. И вот этот эффект новизны, или в данном случае это будет эффект старого друга, которого достали с каких-то антресолей и шкафа, тоже будет очень приятным. Не нужно, чтобы игрушки очень долго лежали на одном и том же месте, пока не надоедят ребенку и уже не хочется в них играть. Лучше менять, а можно дать поиграть друзьям или родственникам, а потом опять поменяться. Вот таким вот образом сделать так, чтобы разнообразить весь этот процесс игры. Обезьянок мы сейчас с вами положим в сторону, потому что деревянных игрушек в этот раз достаточно много. Радует то, что, конечно же, они экологически чистые. Огорчает то, что из-за них вырубаются леса. Ну, видимо, такова наша с вами жизнь. Что-то страдает, а что-то у нас в результате этого появляется. Угу. Это игра, которая называется «Шторм». Бродячий сюжет, что называется. Каких только вариаций мы не встречали этих игр. И что мы делаем. Посмотрите, пожалуйста, есть у нас с вами две палочки, голубая и белая. Ребенок может один играть, может играть несколько человек, ну, наверное, все-таки вдвоем. Маркировка стоит 4+. Видите, 4+. Я бы сказала, что, наверное, можно начинать с 3. Почему нет? Ничего страшного здесь нет. Ребенок может сообразить, как с помощью палочки вытащить вот такой брусочек, да, чтобы не развалилось. Ну, будем надеяться, что не развалится. Белой палочкой мы вытаскиваем белый брусочек, а голубой палочкой вытаскиваем брусочек голубой. Посмотрим. Ну, давайте. Да. Это победные очки. Ну, собственно говоря, побеждает, наверное, тот, у кого будет больше, а проигрывает, конечно же, тот, кто всю эту конструкцию у нас с вами разваливает, да? Понятно, да, в чем смысл заключается? В том, чтобы в определенном порядке, согласно вот этому рисунку инструкции, положить брусочки, цилиндрики деревянные, и потом с помощью палочек выдавливать их для того, чтобы китенок остался на поверхности. Можно брать откуда угодно, кроме верхнего вот этого вот ряда. Верхний, да, вот этого верхнего. Я бы предложила ребенку подготовить эту игру самостоятельно, то есть выложить именно в том порядке, так как здесь нарисовано, для того, чтобы еще и воспользоваться этой игрой как мозаикой, да? Выложить так, как здесь нарисовано. Боюсь, что это будет не очень просто. Может быть, исходя из этого, производитель поставил 4+. Но может быть, я ошибаюсь, может быть, вряд ли так глубоко думали. Вот. А может быть, и думали, трудно сказать. Но факт тот, что мы с вами, зная особенности своего собственного ребенка или особенности тех детей, с которыми мы работаем, можем предложить более сложное или более простое задание вот с этой игрой. Ну, поскольку у меня, лично у меня таких игр достаточно много, я, конечно же, ее себе в работу брать не буду, потому что вот я вижу много всего такого, чего бы я хотела сейчас для себя приобрести. Ну, а вам я хочу сказать, что один из вариантов
вот такого сюжета, когда нужно что-то аккуратно. Что еще мы можем сделать? Мы можем считать, у кого больше, у кого меньше, выстроить опять же, да, вот таким вот образом высокую, опять же, башню, чередовать мы можем или договориться в каком-то определенном порядке. Для чего я все это говорю? Для того, чтобы вы понимали, что вариативность этих игр очень большая. Никогда не нужно замыкаться. Вот так вот сделали и все. Нет, мы делаем и так, и по-другому, так, чтобы было интересно. Ведь согласитесь, если делать одно и то же с утра до вечера, это совсем становится грустным. А если вы к одной и той же игре придумаете свои собственные правила, это будет, конечно же, очень интересно. Ну, давайте посмотрим. Вот у меня, видите, что выше, то, что я построил, или палочка для того, чтобы выталкивать это все. Ну, ребенок, конечно же, скажет, что почти одинаково, хотя палочка все-таки выше. Да? Поэтому посмотрите, пожалуйста, что можем сделать еще. Поставить справа или слева. Да? Поставь белый справа, голубой слева. Или поставь в определенном порядке. То есть все, что только возможно, мы с вами придумываем для того, чтобы разнообразить нашу игру. Игра есть игра, она не должна быть скучной, она должна быть интересной, увлекательной. Она должна приносить максимальную пользу при минимальных вложениях. Ну, это на мой взгляд, да? Почему я так говорю? Потому что мы с вами все прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент хорошие вещи, конечно же, стоят дорого. Безусловно. Оно, наверное, так и должно быть. И, на мой взгляд, лучше купить хорошую, качественную игру, которая не покрасит руки, которая не будет вредна ребенку, который, если захочет ее пососать, покрыть или что бы то ни было с ней сделать. Да? То есть мы смотрим, конечно, на качество, мы смотрим на окрас. Смотрите всегда сертификаты. Во всяком случае, я когда что-то приобретаю для себя в магазине, я всегда прошу открыть, показать. Извините меня, могу и на зуб попробовать, для того, чтобы понимать, что то, что я предлагаю ребенку, безопасно максимально. Хочу обратить внимание на то, что вот такие детали, конечно же, для детей маленьких опасны, потому что Бог его знает, что ребенок себе придумает, не захочет ли он все это проглотить. Поэтому внимательно смотрим для того, чтобы не случилось никакой беды. Это очень важно. Игра все-таки должна быть безопасной и в том числе в вашем присутствии или без вашего участия. Я выбираю игру, которая называется, сейчас еще разочек покажу, «Шторм», где необходимо с помощью палочки убрать цилиндрики цвета белого или голубого, не затронув наверху китенка. А сейчас я хочу вам показать еще одну игру. Опять же, как я бы сказала, бродячий сюжет, но в хорошем очень исполнении. Почему хорошее исполнение? Посмотрите, пожалуйста, какое количество цветов максимально ярких. Очень безопасный окрас. Мы с вами знаем уже продукцию такой марки Bondi Blonde. Мы понимаем, что здесь ничего не сотрется и не выцветит. И, стало быть, эта игра будет очень долговременной, долгосрочной. Ее можно будет играть, играть, играть. Но если, конечно, никто не погрызет, не выбросит и так далее. Да? Мы говорим о том, что здесь большое количество цветов и большое разнообразие геометрических форм. Это и, узнали фигуру, да? Шестиугольник и трапеция. И вот такая вот фигурка, это ромб, да? Посмотрите, пожалуйста, ромбы другие есть. Что у нас тут еще есть? Квадрат есть, да? Смотрим, что у нас тут еще треугольнички зеленые есть. Ну и, наверное, все. Красный, желтый, бежевый, зеленый, фиолетовый и розовый, да, наверное, скорее это розовый цвет. Очень приятные на ощупь, безопасные углы, безопасные абсолютно. Ну, конечно, при большом желании можно чем угодно, кого угодно поранить, но в данном случае все максимально безопасно.
Что мы делаем? Давайте посмотрим, как называется. Называется «Собери рисунок». Не что иное, как деревянная мозаика. Я бы ее взяла для работы, потому что всегда дерево лучше, чем что бы то ни было другое. Хотя мы в прошлый раз с вами говорили о мозаиках пластиковых, пластмассовых. Они были очень даже хорошие тем, что вот возможность вот этого захвата пальчиками ведущей руки или другой руки, три пальчика, да, подготовка руки к письму, она очень хороша. Здесь механизм немножечко, конечно же, другой игры. И посмотрим, давайте мы с вами картинки, которые у нас есть. Все максимально понятно. Цветочек. Да? Здесь прорисовано, как мы выкладываем детали. Выкладываем их вот так. Да? Все это прорисовано, ребенку максимально понятно. Переворачиваем на другую сторону. Здесь не прорисовано. Нужно догадаться. Что напоминает немножко? Напоминает танграмму. Да? Давайте посмотрим, что тут еще у нас. Это у нас рыбка. С обратной стороны. Ну, с какой хотите, можете начинать. Самолет. Да? Что еще? Кораблик с большим количеством деталей. Посмотрите, пожалуйста, вот когда мы говорим о всевозможных мозаиках, еще раз напомню, мы развиваем не только концентрацию внимания, но и зрительное восприятие, потому что ребенок может выбрать любое цветовое решение, такое, которое ему больше всего нравится, а не то, что навязано кем-то, а то, что нравится. И вот это творчество нужно, конечно же, всегда поощрять, потому что чем больше ребенок проявляет своего собственного «я», своего собственного желания трудиться, желания играть, тем ему, конечно же, будет проще в жизни. Не надо, ну, во всяком случае, вот в таких играх уж точно не нужно навязывать свое мнение, потому что каждый ребенок индивидуален, и он хочет сделать так, как хочется ему. Однако же, ну, здесь нет таких цветов, не жизнерадостных. Однако же, если ребенок выбирает только какие-то темные цвета, стоит задуматься и посмотреть, от чего это происходит, в каком эмоциональном состоянии ребенок находится. Посмотрите, человечек, который делает какую-то, вероятно, гимнастику, приседает. Еще один цветочек. А вот это что у нас такое? Это, наверное, ковшик. А может быть, это какой-то коктейль с трубочкой, наверное. Что это такое? Наверное, не зайка, наверное, поджавший свои ножки под себя какой-нибудь олененок. Ну, всех своя фантазия. Посмотрите, черепашка с обеих сторон. И вот такая вот, наверное, скорее всего, что это птичка. Да. Вот такая мозаика, которая, на мой взгляд, очень хороша. Хороша она чем? Прежде всего тем, что это мозаика, тем, что это яркие цвета, разнообразные формы и тем, что это возможность выложить любой рисунок по своему вкусу, без навязывания чего-то ни было. Но я думаю, что вы, уже просматривая то, что я сегодня вам говорю, уже что-то для себя, конечно, присмотрели. И не забудьте о том, что выбирайте максимально полезное, максимально интересное, максимально долговечное, так, чтобы не надоело, безусловно, об этом тоже мы с вами говорим, и то, что подходит, конечно же, лично вам. Слава Богу, на сегодняшний момент наши технологии дают нам возможность видеть большой спектр всевозможных обзоров не только профессиональных, да, вот так, как я сейчас это делаю, но и тех людей, которые с другой стороны на все это дело смотрят, родители, которые играют с детьми и знают, какие игры им нравятся. Ну, а я всегда рассказываю вам с той точки зрения, как я, педагог с многолетним стажем, играю в эти игры для того, чтобы максимально развить ребенка. Естественно, что игра педагога и игра родителей немножечко отличаются друг от друга, потому что у нас, конечно, цели, безусловно, учебные. У вас не только учебные, но и развлекательные. И
цели взаимодействия с своим ребенком, для того, чтобы было прекрасное настроение, и ребенок надолго запомнил эту игру. Даже если это какая-то очень-очень простая игра, зато это игра с мамой, папой, бабушкой или дедушкой. Я желаю всего вам доброго, желаю вам здоровья, желаю вам интересных игр, максимально полезных, и до встречи!